Хари Кришна! Добрый день, уважаемые зрители официального канала Бхактивиданта Бхак Траст. Сегодня мы открываем новый цикл видеопрограмм, посвященных истории и деятельности Бхактивиданта Бхак Траст, созданного Ачарьей, основателем Международного общества сознания Кришны, Бхактивидантой, с вами Шрилой Прабхупадой. И сегодняшняя наша программа, первая программа, будет посвящаться истории создания BBT. Вот эта история, мы основываемся на официальных документах. То есть то, что имеется у нас в наличии, официальные документы, которые позволяют сделать определенные выводы, открыть, какой замысел имел Шрила Прабхупада, создавая этот траст. И вот начнем с того, что кто такой вообще был Шрила Прабхупада. Мы все хорошо знаем, что Шрила Прабхупада был основателем Ачарьи, Международного общества сознания Кришны, которое он основал в Нью-Йорке в 1966 году. Также нам хорошо известно, что Шрила Прабхупада был автором многочисленных книг духовной литературы, такие книги, как «Бхагавадгита, как она есть», «Шримад Бхагаватам», «Чайтанья Чаритамрита», что вся эта литература, она широко известна для многих читателей по всему миру. И, естественно, когда Шрила Прабхупада, как автор этой духовной литературы, уникальной духовной литературы, основанной на оригинальных ведах, когда он писал эту литературу, то возник очень серьезный вопрос о сохранности этой литературы. Потому что этот вопрос, он наиболее актуален для именно для духовной литературы, потому что духовная литература не просто чья-то спекуляция или чей-то домысел, это реально является инструкцией к действию, то есть руководством к действию, как нужно делать, как поступать для того, чтобы добиться каких-то определенных духовных результатов в жизни. И поэтому такая литература, она особенно нуждается в защите, чтобы никто ее не переписывал, не менял никак. И поэтому Шрила Прабхупада решил использовать в качестве такого инструмента для сохранности вот этих авторских прав, для процессинга авторских прав, и использовать такой инструмент, как траст. Что такое траст вообще? Почему Прабхупада именно его выбрал как инструмент? Это очень интересный вопрос. Ну, начнем с того, что Бхактивиданта Свами Прабхупада, он закончил элитный шотландский колледж в Калькутте. Его специально подготавливали к деятельности очень высокопоставленного чиновника. Поэтому, когда Шрила Прабхупада закончил, то он, естественно, этот колледж, то он был хорошо подготовлен к деятельности в качестве чиновника, и поэтому хорошо знал законодательство вот этой существующей Английской империи, Британской империи, в которую входила Индия. То есть его готовили как колониального управляющего, поэтому на высоком уровне ему преподавали все вот эти вот юридические науки, в том числе он хорошо изучил философию, английский язык, санскрит, и фактически по этим предметам был лучше на курсе, когда выпускался. То есть он не просто был каким-то там учеником, он был выдающимся учеником, хорошо освоившим свои предметы. Естественно, он был готов выполнять какие-то функции в качестве чиновника, поэтому он хорошо знал законы. Вот этот вот траст как таковой, как инструмент управления активами, он был выбран Шрилой Прабхупадой не случайно. Ну, сначала обратимся в историю, что такое траст как таковой. Траст – это инструмент, который был задуман в средние века. Он каким образом возник? То есть, когда совершались крестовые походы, собственники каких-то владений, там, замков, земель и прочее, они уходили в эти походы, и, естественно, оставались семьи, оставались жены, дети, которые продолжали функционировать, жить каким-то образом на этой территории, в этих домах, в этих замках и прочее, прочее, прочее. Но по закону Англии, который тогда существовал, то есть собственником считался только
как говорится, мужской представитель вот этой семьи, старший из мужчин. То есть он считался собственником. Ни в коем случае нельзя было передавать собственность женщине или детям, несовершеннолетним тем более. И поэтому, когда кто-то уходил в далекий поход, например, эти крестовые походы, воины уходили, то была необходимость каким-то образом сохранить, продолжать управлять этим процессом. Вот как это, тогда существовало это феодальное общество, то есть чтобы всеми этими вассалами управлять, чтобы собирать какие-то доходы, чтобы какие-то юридические, то необходимо было кого-то за себя оставлять. И, естественно, поначалу этот процесс был не очень отрегулирован, и они передавали каким-то своим друзьям, знакомым, которые оставались, которые не уходили в поход. Но к чему это приводило? Потому что иногда эти походы затягивались на длительный срок, и когда хозяева возвращались, то они обнаруживали, что друзья или так называемые знакомые, они все это дело на себя переписывали. То есть вот этот собственник, реальный собственник, терял все, и вся его семья, и жена теряли власть над этим имуществом. Но бывало так, что собственник вообще не возвращался из похода. И возникла поэтому необходимость, что нужно было как-то регулировать этот процесс. Поэтому был назначен лорд среди рыцарей старший, который занимался регулированием таких вот спорных вопросов, связанных с недвижимостью. И как инструмент был вот придуман так называемый траст как таковой. То есть какова идея этого траста? Назначается какое-то лицо, которое является доверительным управляющим. То есть ему передается в доверительное управление собственность, какие-то активы. Составляется просто договор, соглашение, согласно которому вся деятельность доверительного управления, она хорошо прописывается. То есть его права, обязанности, и также прописывается, кто является бенефициарием. Для кого, например, для семьи, в интересах кого работает вот этот траст. Таким образом, сформировалось такое вот взаимоотношение, где право вот это было разделено, фактическое право собственности было разделено, право собственности и право ответственности было разделено. И можно было вот эту вот ответственность за... То есть собственность сохранялась, но ответственность передавалась другому лицу, доверительному управляющему, или трасте, как его называли. Ну и дальше этот механизм, он получил развитие определенное, то есть нужно было дальше развивать эту тему. И попечитель, он должен был в точности соблюдать вот этот вот трастовый договор, который заключил учредитель, единственный учредитель, и выполнять всю свою деятельность в интересах вот этого бенефициария. Ну, естественно, обговаривался какой-то процент или какие-то условия, на основании которых трастовый управляющий выполняет свои функции определенные. То есть это близкий по виду, это как вот есть, например, так называемые опекунские соглашения. Примерно то же самое, когда, например, родители умирают у ребенка или что-то происходит, какая-то ситуация, что когда из-за несовершеннолетия или еще по какой-то другой причине не может в собственность вступить, в права собственности, то тогда дают право какому-то человеку управлять. Вот, например, опекун. И он, естественно, по определенному законодательству должен выполнять свои обязанности в строгом соответствии с законом для того, чтобы вот этот вот опекаемый, который еще не несет никакой ответственности, то есть он берет на себя ответственность за этого опекаемого, за бенефициария так называемого. Вот в двух словах, что такое вообще траст и как он работает. То есть существует три лица, между которыми составляется такой доверительный договор. То есть это учредитель как таковой и в единственном числе, это попечитель или трасте, доверительный управляющий, и бенефициарий, в целях кого или ради кого вот это управление активами осуществляется. И также в те времена было продумано, что существует два вида трастов. Существует траст отзывной и траст безотзывный. Что это означает? Это означает то, что когда траст, например, безотзывный, то и irrevocable, как это по-английски называется, то такое соглашение, оно не может быть отменено, и оно не может быть изменено никак. То есть, если составлен был договор, то можно, так должно быть все оставлено. Если, например, учредитель этого договора. То есть никто не имеет права нарушать этот договор, отменять его. Только учредитель, если он захочет внести какие-то детали, то, значит, тогда вот этот трастовый договор аннулируется и составляется такой же новый договор. Например, поменяется
бенефициарий или что-то там, у бенефициария изменятся какие-то моменты, адрес, например, поменяется его, либо какие-то условия, тогда просто-напросто отменяется при жизни учредителя, который составлял этот договор. Если учредитель умер, значит, как оно все было, так оно все и остается навеки вечные. До тех пор, пока существует попечители, до тех пор, пока существует вот этот вот траст, никто ничего не может, не имеет права изменить. В отзывном трасте там можно в любой момент прийти и поменять договор, заново его зарегистрировать, то есть такое допускается. Но Прабхупада вот он создал именно вот этот ирревокабл безотзывный траст, который нельзя, еще раз повторяю, ни отменить, ни изменить. Вот как там написано досконально, попечитель должен руководствоваться тем, что написано. Потому что договор в первую очередь предназначен для попечителя. То есть он должен в отсутствие вот этого управляющего, либо по причине его отсутствия, как-то, либо по причине его смерти, он должен дальше продолжать в точности соблюдать этот договор. Для Прабхупады это была особо привлекательная такая форма, потому что она позволяла руководить вот этими активами или управлять активами бесструктурно. То есть можно... Существуют люди, которые имеют определенную свободу действий, но в то же время они имеют строгие обязанности, которые необходимо соблюдать. Вот эти обязанности прописаны в трастовом договоре. И поэтому он решил создать вот такой траст. Что было до того, как Прабхупада создал этот траст в 1972 году? До этого Прабхупада написал большое количество книг, уже достаточное количество книг. И вот в трастовом договоре, вот у меня здесь в руках сертифицированная копия этого трастового договора. И здесь в самом начале перечислен вот этот список. Причем в него входят 17 книг. То есть к тому времени Шрила Прабхупада уже написал 17 наименований. Ну, даже не 17, точнее, если выразиться, то 16. И в том числе все журналы Back to Godhead, статьи, написанные журналом Back to Godhead. Как вот это... происходило, то есть регистрация. Какие аспекты с этим связаны? Связаны множество разных аспектов, но вот один из важных таких моментов вот траста, существования траста, это процессинг авторских прав. Как вот оно осуществлялся до того, как Прабхупада создал траст? Когда Шрила Прабхупада еще не создал Международное общество сознания Кришны и уже начал писать литературу, это было вот первое издание первой песни Шримад Бхагаватам, которую он с собой привез в Америку, то по прибытию в Америке, после того, как уже было общество сознания Кришны создано в 1966 году, прямо с этого момента Шрила Прабхупада, который находился в это время в США, писал книги уже. Еще книжка одна была, которая написана Шрилой Прабхупадой до приезда в Америку. Это, по-моему, книга «Легкое путешествие на другие планеты». Дальше, еще, может быть, я что-то забыл. Но смысл такой, что Шрила Прабхупада имел очень четкое представление, как нужно сохранять вот сохранять это авторское право, чтобы не было никакой путаницы. И он сам в строгости соблюдал все вот эти правила, законы. И поэтому он привлекся вот этой идеей, потому что траст позволяет, такой вот особенно безотзывный траст позволяет руководить или контролировать вот эти активы, авторское право, финансы, которые на основании этого авторского права собираются, чтобы это все было подконтрольно этому трасту или доверительным управляющим этого траста. Поэтому в 1972 году был создан этот траст. Это произошло 29 мая 1972 года в Лос-Анджелесе, и мы выставим этот трастовый договор. Вот он у меня здесь как бы в руках находится, он будет, в общем-то, показан также отдельно. Сейчас копия этого договора находится офис специальных записей. Ну, это что-то наподобие ЗАГСа в Лос-Анджелесе. Это отдельный архив, потому что трасты, они не являются юридическими лицами. И, допустим, у них, если существует вот архив каких-то юридических лиц, организаций разных, фирм, корпораций и прочее, это все находится в Сакраменто, в столице, в офисе секретаря штата Калифорнии. Там у него есть государственный архив вот этих вот всех регистрационных документов. А поскольку это просто договор, то есть это как бы структура или договор без образования юридического лица, то поэтому запись или вот такой трастовый договор находится в архиве, в официальном архиве, где хранятся вот эти все соглашения, пекунские соглашения, трасты все находятся именно там.
Доступа к этим документам нет, если ты, ну, не ко всем, то есть к трастовому документу, потому что там какие-то есть частные трасты, не так просто получить этот доступ. То есть нужно быть либо попечителем этого траста, либо быть каким-то, ну, официальным представителем, либо бенефициарием. То есть твое имя должно быть прописано, тогда ты можешь получить документы. Но поскольку Бхактивиданта Бук Траст является таким публичным трастом, и в то же время он является одновременно, то есть не частным, и в то же время он является некоммерческим трастом, то, естественно, он находится, документы находятся в открытом доступе, и поэтому любой желающий, который хочет, может прийти и взять в этом архиве копию или посмотреть микрофильм, или получить сертифицированную копию, как у меня вот сейчас в руках, это сертифицированная копия трастового документа. И Прабхупада прописывает в этом трасте, что до того, как вот этот траст был создан, то авторские права, они регистрировались Шрилой Прабхупадой в библиотеке Конгресса США. То есть все книги, которые Прабхупада писал, они все авторские права были зарегистрированы. И сейчас вот эти все карточки регистрации авторских прав, они находятся в картотеке вот офиса авторских прав в библиотеке Конгресса США. В офисе авторских прав, то есть у них есть специальный департамент, который этим занимается, авторскими правами. Это как главный офис. Там не только книги, там и любые произведения искусства, картины, музыка, все что угодно, фильмы, то есть все регистрируется вот этом вот в офисе авторских прав. Ну, поскольку Прабхупада, Шрила Прабхупада находился на территории США и писал книги, и книги издавались там, и также траст был создан, то естественным образом он регистрировал авторское право в этой системе, в общем-то. И поэтому все это можно проследить. Каким образом, кому принадлежат это, эти авторские права и так далее. То есть на эту тему очень много споров. Но мы посвятим этого отдельное видео. Пока что вот я рассказываю о самой истории, что происходило. До того, как был создан траст, все авторские права на все книги, изданные до того, вот эти 16 наименований плюс журнал Back to Godhead, они просто регистрировались в офисе авторских прав. И там, ну, достаточное количество записей есть, то есть заявки на Шрилу Прабхупаду начали поступать буквально начиная с 66 года. Вот, и потом, как раз в конце 77 года, библиотека Конгресса США перешла с такой с бумажной регистрации, с карточек на электронную регистрацию и на микрофильмы. И как раз весь каталог Шрилы Прабхупады, который его прижизненный каталог всех его написанных книг, вот он таким вот образом сохранился и был сохранен в виде карточек, в виде картотеки. Все, что там последующее, вроде как издавалось или писалось, это все. Но опять-таки мы посвятим этому отдельное видео. Пока что я расскажу только историю, что было дальше. Ну, естественно, когда создается траст, то по закону можно нанимать туда каких-то наемных работников, которые не являются попечителями, никогда не могут ими быть. То есть у них какие-то свои есть функции определенные. И вот таким вот секретарем, например, вот этого траста был Рамешвара, ученик Прабхупады, который выполнял функции секретаря вот этого траста. Если рассказывать дальше, что происходило, то есть каждый раз, когда какие-то книги публиковались Шрилы Прабхупады, когда выпускались какие-то тиражи и потом распространялись по всему миру, то вот финансы, они все строго учитывались и в соответствии с этим трастовым договором распределялись, то есть часть денег шла на восстановление, на то, чтобы печатать книги, и часть, как бы, денег уходила на развитие, на помощь для развития различных общин в различных частях света. Таким образом вот этот траст функционировал на протяжении какого-то определенного срока. Ну вот, в принципе, вот это и вся история. То есть Шрила Прабхупада выбрал, я еще раз повторю, Шрила Прабхупада выбрал этот инструмент как траст, трастовый договор, вернее, вот этот Бхактивиданта Бук Траст, для того, чтобы оптимально использовать вот эту вот возможность вот заниматься процессингом авторских прав на протяжении длительного периода времени. Поэтому это является, ну, таким вот хорошим инструментом, и, естественно, благодаря этому это дает возможность поддерживать определенный порядок и определенную систему поддерживать, чтобы эти книжки не менялись, чтобы они издавались определенным образом. И за этим, как бы, положено, чтобы следили попечители. Ну, вот такая краткая история создания и возникновения BBT. Вот на этом мы заканчиваем наше первое
видео. И спасибо за внимание. Хари Кришна. Thank you.